еще для вашей красивой работы в коробочке есть. Ну, вы считаете, в принципе, этого достаточно для носогубки, да? Вот это, или... Больше. Все, да? Угу. Лучший враг хороший. Вас попрошу сесть, уйти из первых рядов, поскольку вы сегодня, получаете, не зачет привезли, модель, которая не показательна вам. Не... Я так старалась, да? Не, она абсолютно, ей там нечего делать. У меня мама просто боится, я не знаю, что с ней делать. Значит, нет, когда человек боится, делать это не надо. Во всем начинаем. Конечно, конюлю на себе попробовать. Не, на себе очень сложно, конюлю. Да. Скажите, пожалуйста, вот на себе вот так же правой рукой, нет, вот с левой стороны кулит. А, себе, ну кто-то да, да. Потому что самой нет. Нет, я вижу, что прийти сюда. Ну да, да, кто-то да. Ощущения. Я и так, и сяк примерилась никак. Самой себе конюля нет. Конюля, вы себе нет, просто нет, ее не введете. Угу. Конюля, вот, абсолютно тупой угол, круглый. Угу. Видите, на конце угу, срез угу, сбоку. Размер конюля вот такой или еще? Ну, а нет, они разные есть. Просто мне вот этот более симпатичный, он такой универсальный. Все-таки выделывается такой туннель достаточно, да, хорошо. Не-не-не-не-не-не! Ничего не ложится здесь на кушетку. Не глубоко. Терпимо по ощущениям. Угу. Больно было только ввести, проколоть и ввести. А вот то, что вот так оттуда выезжаем, ничего, да? Все достаточно. Может, еще немножко.
одно слово, я вас управлю. Семер. Думаю, что у нас производит впечатление. Держитесь в руках. Сюда даже потом, если чуть выше, вытягиваем и вводим, вводим еще, да. Не до конца, да? Ай, вышла, надо было развернуть чуть-чуть. Я поняла, что мы половину ввели уже, потому что еще половина тут вчера. Сейчас пройдет еще совсем немножко времени, и вот здесь будет ровненько все. То есть что изменилось, да? Вот ваше слово, что изменилось? Каждый как может охарактеризовать, что мы получили, оценивая вот здесь? Ну, объем, конечно. И подъем, уменьшение морщин. Области, то, что просит от нас пациента, нижнее веко. То, что мы пытаемся дать им биоревитализации, но дать не можем. У нас явно сократилось количество лишней ткани, потому что мы заполнили. Вот здесь видите разницу? И в сторонку. Вот точка доступа. Вот, чтобы аккуратно пойти вот сюда. Укрепить тут побольше чуть-чуть. Вот да, здесь больше. Поэтому здесь вот так вот, ну, может быть, вот так. А здесь вот, не выходя, вот так вот, чтобы мы получили вот, вот. Вот тут вот объем есть по серединочке, да? Хочется дать сюда и вот сюда. Вот и все. Вот первый раз повторила выше, а теперь вот это убираем, чтобы не мешало. И смотрим. Чуть-чуть упаковываю, да? Разворачиваю немножечко вот так. Вот, вот. Вот. Аккуратненько. Там близко к веку? Да. Да? Да. Да. Держивая пальчиками, вводим конюшку. Иголку саму. Давление на поршень прикладывать желательно, тщательно, отработать более сильное усилие необходимо, потому что канюля длинная, узкая, сопротивление поршень. Доктор, вам на шатырь дать? По-моему, ничего такого. Да, нормально. Не кровавый, все нормально, все цивильно. Девочки, вы колите уже. Вы чечапли не видели. Чечапли это вообще. Абсолютно. Спокойно. Первый раз. Все нормально. Слишком много сегодня впечатлений. И не пугайтесь того, что если желание взять в руки шприц, сегодня вас не посетит. Это нормально. Да порвут. Порвут.
А можно вопрос? Если сопротивление нужно искать, место... Не надо. Не надо это разрывать. Да, не надо чуть-чуть просто отступить и просто обойти. Найти, да. Да? Где, эти где конюли идет? Этим позволяют, они пластичные, угу, гибкие. Угу. Если там либо фиброз, либо еще сохранна вот ткань, угу, и вы чувствуете сопротивление, то не надо это все отставить. Все, просто искать, поискать лучше, да? Жетоны. Здесь не надо, все достаточно сильно. Вот так и вот сюда, вот щечку. Сейчас мы добавляем в носогубную складку вот из этого доступа. Угу. То, что как бы казалось недостаточно, хоть хотелось еще объем носогубную складку, мы сейчас отсюда это корректируем. Немножко не оставьте, я еще как-то дойду. Мы сейчас посыпаем следующим образом. Я даю вам 10 минут перерыв, да? Отпущу двух докторов, которые с прошлого семинара должны сдать конюли. А потом у меня есть еще одна модель, и тот, кто хочет, может остаться еще посмотреть. Кто не хочет, может... Все вниз не разворачиваем, да? Выхожу. Нет, оставь. Кажется, препарат одинаковый, что ли? Более поверхностно, да? Обратите внимание, как сразу меняется цвет нижнего века. Ну, может, там, где она уже колола, да, уже это... Нет, пойдет? Я выше. А, вы выше, выше. Снова с нами? Душно просто в кабинете, очень душно. Это не иголка. Рот на замок. Красота. Страшно. Вы еще добавляете, да? Thank you.